Допустим, венга стоит вот здесь, да? Ты можешь, знаешь, как сделать? Вот так вот, смотри. Делаешь хук сюда. И даггер в эту, блядь, слева, блядь. Сложно объяснить, очень сложно. Так, убью этого сейчас. Смотрите. Допустим, ты стоишь здесь. Опа. Видали? Просто держим. У них нету мотостайла, чтобы заэвэзить сетку. Просто бесконечно держим, ребят. Мана не закончится. И этого еще можно заагрить, чтобы всех словить. Вот так вот. Че, какие планы, Амаль? Че будешь делать сейчас? Пойду к другу там посидим, потом домой, потом фильм посмотрю, покушаю и спать лягу. И режим сменю, буду теперь днем просыпаться и потом, не знаю, здоровый образ жизни, как бы буду в зал ходить, не знаю, по месяц где-то максимум. А то вообще форму потерял, не как раньше. Не знаю, чутка буду смотреть на себя. И вот, не знаю, завтра, послезавтра. Бухару приеду, посидим там. Да. О, под вечер звонят девушки, под вечер звонят девушки. Как это так мило? Поздравляю, Азазбек. Есть Чё? такие, оказывается, Чё? такие люди, которые под вечер звонят. Молодец, Не, молодец. это род... Чё? Это родственница, если чё, мы. Болела, чтоб я забрал топ один. Молодец. Я же просил оставить топ-1, верни мои бабки. Смотри, кто мне задонатил, ломать. Кто? Фил Кул. О, брат, ассалам алейкум, Филку. Да, салам алейкум, братец. Брат. Давай пиши свой киви, я тебе верну базар ноль. Чё? Ты мне? Да? Ты мне? Нет, вот Фил Кул отвечаю. Пиши свой киви, вот, сколько ты задонатил. Я сейчас чекну и верну. Киви, напиши донатом. Короче, 100 рублей, ой, 50 рублей скинешь. Я тебе скину твои вот эти 50 рублей, плюс 100 рублей, плюс еще тот донат, который ты мне скидывал, брат. Сендерме, бендерме, короче. Я ушел, Да, эй. короче. Я ушел, если ты тут будешь потом, не знаю, если что-нибудь там будешь играть, я тоже, возможно, зайду, сыграю. В общем, я ушел. Хорошо, давай. Поздравляю тебя, дай руку, а я Дай. обниму тебя. Молодец. Давай, Нурбек. Завтра жду тебя в Бухаре. Ты иди отдохни, там погуляй. Потом созвонимся еще. Да, хорошо. Ладно, я пошел. Давай, Маль. Спасибо. Давай, не болей. Хорошо, ты тоже, братишка. Давай, братик. Так, айскап уже не работает, да? Через локальную сеть, наверное, да? Чисто из-за своих родных обратно включил. Так. Не моралься, брат. Я просто слишком устал, брат. От этих сообщений слишком устал. Так, что там было? Замен тест. АТФ, да? Просто слишком устал, брат. От этого негатива. Так, пишем левелап, допустим, 25. Да? Берем дагер. Вот. Короче, смотри, брат. Даешь первый скилл, допустим, вот сюда ты хочешь дать, да? Вот здесь стоит герой. Ну, давай я тебе вот так вот сейчас думаю сделаю, выйдет. Вот, допустим, пуч стоит вот здесь, да?
Смотри, брат. Пуч стоит здесь. Примерно ты берешь расчет. Ну, куда-то вот сюда вот, да? Чтоб прямо на вингу. Смотри. Оп. А, нет, подожди. Что-то... Ох, шамада. О. Сейчас я убью этого. Короче. Даешь первый скилл. И в эту же сторону... Делаешь дагер. Ладно, криво. Телефон, а плеч мурдас. А, я к вам чесноку. Даромах нам. Короче, смог объяснить? Допустим, винга стоит вот здесь, да? Ты можешь, знаешь, как сделать? Вот так вот, смотри. Делаешь хук сюда. И дагер в эту, блядь, слева, блядь. Сложно объяснить, очень сложно. Так, убью этого сейчас. Смотрите. Допустим, ты стоишь здесь. Опа. Видали? Допустим, блядь, сейчас. Допустим, герой здесь. Делаешь сюда, и он там оказывается, видите? И он здесь. Блядь. Сейчас. Да, я не могу. О, хороший хук. Думи. Так. Сейчас, секунду. Что-то не смог. Нет. Надо чуть поближе. О. Ну, допустим, если ты тут стоишь, можешь вот так вот. Оп. Нет. Вот так вот. Оп. Бля. Что-то не похоже на меня, блядь. Что-то хреново. О! Получилось. О, видали хук? Брат, ты уже блогер как-то, и по-моему ты уже должен привыкать на эти хейтеры, они будут всегда, поздравляю от души, мы верим, так держать. Спасибо, спасибо, спасибо. А еще я могу научить багу, ребят, вас. Смотрите, короче, есть такой баг. Короче, сейчас. Ну вы знаете, да, как я хукал, ребят? Покупайте ГОСТ обязательно, чтобы вас фонтан не бил. Короче, смотрите, ребят, внимательно. Все это через Shift делается. Делаем вот так. Потом через Shift ставим галочку сюда. Потом первый скилл юзаем на дерево. Сейчас, смотрите. Оп. Шаг сюда. Первый скилл в дерево. Ой, блядь, подождите. Я издалека приду, чтобы вам показать. В общем, смотрите. Shift. Shift. Dagger. Force на себя через Shift. И Dagger вот сюда через Shift. Смотрите. Вот, герой погнал. Погнал. Смотрите. Опа. Стянул вингу. Видели? Видели? Покупаю ТП резко. Телепортируюсь. И убиваю. Также. Делаю еще раз. Смотрите, ребят. Внимательно смотрите. Покупайте ГОС, чтобы вас колодец резко не убил здесь. Вот, допустим, герой возрождается через 30 секунд. Через 30 секунд. Вы подходите, вы берете расчет на секунды.
20, ага, сейчас 19, 18, вы уже начинаете двигаться, 15, ну и все, shift, shift, первый скилл в дерево, форстав на себя через shift, dagger сюда через shift. Вот он выходит, герой выходит, 2, 1, вышел герой, опа. Что, не получилось? Или получилось? Ну-ка сейчас посмотрим. А, нет, я не хукнул кого. Я не хукнул, лол. Я расчет неправильно взял, походу. Ну, короче, смотрите. Shift, shift. Да, я dagger не... Опа. Простудились? Примите жрафлю. Ахахах, здесь можно рекламировать. Винга ушла, смотрите. А, вот, я, оказывается, хуканул. Сейчас мы поставим, короче, вард, ребят. Чтобы видеть, да? Кстати, кто мне сейчас задонатил? Джасурбек, Джасурбек, я хотел тебе сказать огромное тебе спасибо, братец. Я включил стрим, увидел этот донат и был в шоке на самом-то деле. Ты мне задонил 30 баксов. Братец, огромное тебе спасибо, благодарен от души. Такую крупную сумму задонатил. Спасибо, зять. Спасибо. Тимур. Брат, ты уже блогер как-то, и, по-моему, ты уже должен привыкать на эти хейтеры. Они будут всегда поздравляя от души, мы верим. Так держать. Тимурчик, спасибо огромное. Короче, смотрите, ребят, смотрите. Спасибо огромное, спасибо. Так, первый скилл сюда, форстав. И куда-то вот сюда, вот дагер. Опа. Хукнул, гост прожал, ТП, дагер, укус. А, нет, мне там дагер сбил. Оп, оп, ой, блядь. От души брать Рамат Табрик Лиман топ-1 Билан. Рахмат, кот такой. О, ну как-то вот так вот, ребят. В общем, научились, ребят. Почти. Почти. Я несколько раз покажу, чтобы вы поняли. Давайте попробуем вот отсюда хукнуть. Вот так вот. Криво. О!
Получилось. Ну так, тренируйтесь, ребят. Пока можете с ботами потренироваться. Го, теперь мипа брать. Покажи, как управлять 5 героем одновременно. А, через форс тоже, кстати, можно вхукать. Ребят. Сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас, секунду покажу. Ой. Так, а, ну, hero limit я не поставил, да? Так. Короче, еще надо кое-что чекнуть, ребят. Так. No hero limit. Так вот сделаю. Мипаря, да? Level up, допустим, 25. Берем, выделяем. Catrol, 1, 2, 3. Ну, в моем случае. Кстати, если у вас стоит конфиг, ребят. Смотрите. Если у вас стоит конфиг на табе, таб, вы убираете его, потому что без таба он не пафается, ребят. Ну, точнее, не выделяется. Вот, я убираю, когда играю на мипаре, я ставлю на шестерку. Когда на мипаре играю чисто. Потому что таб нужен. Когда конфиг на табе, у вас нет, не переключаются мипари. Убираю конфиг с таба. Захожу. Все вы знаете, да, через таб вы выделяете вот так вот героев. Допустим, второй скилл, первый скилл. Допустим, купим аганим ему, да? Даггер. Так, гол. Покупаем даггер. Травела, допустим. Вот. Через shift делаем даггер. Покупаем буква П, ребят. Аганим. Зовем остальных. Выделяем всех. Все, 5 мипарей. Так, ну что? У меня на... Ну, забинденный 1, 2, 3. Через Catrol 1, 2, 3 я бинжу этого. Всех мипарей. Чтобы нажимать Tab и переключать всех мипарей. В общем, что мы видим? Цель, допустим, на миду. Да? Ребят. Допустим, на миду там стоит Венга. Делаем телепорт. Shift через дагер. И резко зовем всех. Вот так вот.
сеточки кидаем через таб. Ну и герой не двигается. И бесконечно можно в сетке держать ту же вингу. Бесконечно. Пока... Ну, кдшится быстро, ребят. Вы его никак не отпускаете. У нее нету там БКБшки, мантастайла, да, допустим, какой-то саппорт. Вы можете там возле фонтана, когда слишком у вас перефарм, вы можете тупо их держать в сетке. Допустим, на миду стоит герой. Он убегает. Он убегает, видит ТП, он убегает. Делайте через shift, куда он убегает, и резко тап, ну, тап, короче, паф. Блять, я объяснить не могу. Так, давайте 5 героев сделаем. Быстренько убил. Всех убью сейчас быстренько. Так, одного героя беру. У кого есть даггер? Вот, бинго. А где остальные? Бля, уйди, ты мне мешаешь. Ну, короче. Сейчас они появятся, смотрите. Я буду их бесконечно держать. И мана не закончится. Они должны появиться же, не? Я вроде их всех убил. Я хотел еще одну фишку чекнуть сейчас. Так вот, они появляются. Вот. Заагрим их. Вот, все. Все в сетке, ребят. 5 героев в сетке. Просто держим. У них нету мотостайла, чтобы заэвейдить сетку. Просто бесконечно держим, ребят. Мана не закончится. И этого еще можно заагрить, чтобы всех словить. Вот так вот. Бля, много фишек знал. Я уже постарел. Ну все, они бесконечно будут стоять АФК. Просто тупо 5 героев ломают таур. Трон, а Мипар их держит. Ну, смотря там какие герои, ребят. Пока они не купят гасты, чтобы выйти с сетки, они будут вот так вот АФК стоять. Ну, или, конечно же, свапнет винга. А, это же ВТФ, блядь, я забыл. Это же ВТФ можно одной сеткой кидать, блядь. Ой, я даун. Короче, кдшится, ребят, кдшится. Что я хотел? Shift dagger. Тап-тап. Блять, я. Короче, что я хотел? В топ-ТВшке один вопрос был. Хекс. Хекс. Снимает ли диффуза? Хекс. Для этого мне нужен партнер, бля. Чтобы он был против. Ну давайте на Рошане, да, попробуем. Или. Или, допустим, возьмем Траксу, да? Так, дадим ей даггер. Купим ей хекс. Так, на мипаре я куплю диффуза. Диффуза есть. Купим даггер. Так, мипаря зовем. Этот был вопрос, ребят. Сбивает ли диффуза хекс? Сбивает. Амаль со мной спорил, не сбивает, блядь. Сбивает. 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 Короче, дело такое. За нас был антимаг вроде. Да, антимаг. Его за хекс убивали, и саппорт хотел собрать диффуза, чтобы накинуть диффуза, чтобы убрать, ну, хекс с него. Оказывается, снимает. Вот. Что я хотел еще протестить? Много чего было, ребят. Я уже подзабыл. Много чего хотел протестить. Кстати, да.
Легион. А, нет. Я хотел протестить, короче, ребята, шейкера, без даггера. Он, короче, будет без даггера, шейкер. Вот, допустим, левел у него будет седьмой, так скажем, да? У него будет замакшенный третий скилл, ульта, на раз первый скилл и... А, нет. Вот. И хотел пикнуть Тиника. А, нет. Так, все, я понял, ребят. Я хотел, короче, Тинику АП 9 левел. Нет, 8 левел. Так, все. Покупаем ему... А, нет. Селедки покупаем, дагер. Где селедка? Вот. Короче, такой момент, ребят. Селедка четверка, ребят, у него еще нету даггера, да? Я хотел это давно протестить. Это пиздец имба, ребят. У селедки будет даггер. Так, селедке нужен седьмой левел. Так. Ой, ебать, я шейкеру апнул, что ли. Короче. Все, погнали. Бля, сапоги надо купить им. Бля, сложно будет одному все это сделать. Нужно три игрока, чтобы это сделать. Так, поставлю я на мид-парт, да? Чтобы видеть. Это пиздец. Если это сработает, это будет имба, ребята. Это будет имба. Ой, блядь, куда вы пошли-то? Сейчас вы отойдите. Сейчас они встанут. Короче, ребята, смотрите. Так, Тиник стоит. Тиник тоже без даггера, ребят. У селедки есть даггер. Блядь, что за... Короче, ладно. Так. Юзается первый скилл. Так, я забиндую сейчас. Блять, что за... Так, шейкер второй. Ага. А че я не могу бросить на селедку? Невозможно использовать ТОС на своих юнитов. В смысле? Я не могу кинуть на него. Как это? Блять, кидается же. На своих же кидается. В айскапе. Я много так делал. Схуя ли он? Может, на шейке? Что-то не могу это. Кидал же я на своих. Своего на своих. Я даже его самого поднять не могу. В лобби нельзя. А-а-а. Я, короче, знаете, что хотел? Шейкер, короче, без даггера. Селедка с даггером. Короче, шейкера кидаю на селедку. В этот момент селедка даггеруется в них, в пятерых. В этот момент шейкер врывается, ну, точнее, с тосом врывается туда. Под стан, да? Ну, как-то выглядит это вот так вот. Блять, поближе стан. Вот так вот. И шейкер ультует, ребята. Ну, я хотел вот так вот сделать, ребят. Я не знаю. Почему-то своего не кидает он. А, на крипа можно. Вот теперь можно, по-моему. Вот теперь, по-моему, можно. Ребят. Респаун напишу.
Да, ну нафиг, могу же на крипов кинуть. Бля, надо Васикапи чекнуть. Я обязательно это чекну, ребят. А то в лобби не получается. Типа шейкера закидываю на селедку. И в этот момент селедка прыгает. Как это звучит. Блять, я кинуть не могу. Вот так вот. Опа! Бля, хуёво, что не получается на своих закинуть. Ладно. Погнали дальше. Какой я еще хотел тест сделать? Да. А, это мне соперник нужен, чтобы он давал стан. Ребята, еще одна фишка, ребят. На шторме, на шторме. Я вам покажу. Один раз показываю, ребят. Мастер-класс. Короче, у вас имеется там 25-й левел, да? Вы без маны, ребята. Вы где-то, знаете, сейчас я бустом хотя бы сделаю. Короче, смотрите. Так, где это было? Допустим, вы без маны, ребят, на шторме. Убегаете вот отсюда, да? У вас где-то 700 маны остается. Блять, как это было? Пролетать. Бля, как это было? Я подзабыл. Секунду. Нет. Бля, как это было? Сейчас я попробую. Бля, как это было, а? Как-то это было, ребят, знает кто эту фишку? Многие делали. Тут есть вот здесь баг. А, все, 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 понял. Ребят, смотрите. Блять. Блять, что за... Бля, как это было? О, все, понял. Ребята, я понял. Смотрите. Все, я вспомнил. Короче, вы без маны. Вы прыгаете куда-то сюда. И как только герой подлетает вот в эту часть карты, ребята, два раза нажимаете на дагер. Вот так вот. Ой, бля, как это... Да, ну нафиг. О, получилось. Блядь, я не, точно не помню, как это делать, но у меня случайно получается. Я же делал много раз. Я в топ-ТВшках это делал. Вы, короче, появляетесь на базе.
О! Получилось, ёпт. Все, я понял. Короче, делаете ульту сюда. Два раза дагер. Ой, блядь. О, наконец-то. Все, я теперь понял, как это делается. Сюда, не подлетая. Блядь, я опять не... О, наконец. Ну, вы поняли, да, ребят? Бля, я бы уже 10 раз сдох из-за этого момента, ребят. Я как-то быстро делал это. Или задержка, может, поэтому? Видали? Задержка, задержка, ребят. Дагер не уезжается. Ой, бля. Морались уже. Почему дагер не вязается, а? Вот, блядь. Я же делаю как-то. Надо научиться, ребят, надо. Я подзабыл. О! Ну, блядь, я бы уже 10 раз сдох. Рано. Рано. О, наконец-то. О, наконец-то. Ну, короче, забейте. Нет, это очень сложный баг. Я на самом-то деле сам не могу. Ассаламу алейкум, братец, мои поздравления, ты лучший амаль красава. Алейкум салам, братец, спасибо огромное, от души, от души. О, наконец-то, с первого раза. О, все, я понял. Нихуя я не понял, короче. Да чё за... Короче, последний раз делаю. Была не была. О, наконец-то. Ладно, забили. Так, кто мне задонатил? Сейчас я чекну. Ассаламу алейкум, братец, мои поздравления, ты лучший, я Амаль красава. Саид, салам алейкум, брат. От души же есть? Спасибо. Спасибо, братец, спасибо. Так. Что я еще хотел? Криты на гирокоптера не работают третьим скиллом, ребят.
Не стоит покупать криты на гирокоптеры, ребят. Я это тестил, по-моему. Вроде не работало. Криты с третьим скиллом не работают. Если вы по всем хотите продамажить, криты, по-моему, не работали, ребят. Так, левел ап пропишу, чтобы он не сдох. Не работают криты, видите? По одному только работают. Не по всем. Только кого бьешь, крит работает. О, видали? Ну, короче, когда крит срабатывает, ребят, третий скилл не дамажит. Смотрите. Сейчас крит сработает. Сейчас. О, видали? Когда крит работает, третьим скиллом он не бьет. О, одного ударил. О, еще одного ударил. Ну, в общем, хуйня полная. Покажи еще, какие фишки есть. Сейчас, брат. Я думаю. Воидом, кстати, где-то 8, 69-й карте вроде. Был Fatal Error. Помните, ребят, этот баг? Его, надеюсь, все помнят с фейзами. Надеюсь, у меня получится. Так, показываем сначала. Ой, блядь. Нет, уже исправили этот баг. Так, что бы еще сейчас? Ребята, короче, еще одна фишка есть. Пугна. Ну, мне нужен соперник, ребята, чтобы он видел. Ну, точнее, чтобы он дал магию. Когда палка ставится, в этот момент купол ультует. Если воид сдохнет, поставит купол. То есть он при возрождении, у него купол некогда, ребят. Поняли? И также Рипер. Если некр каленый дает ульту и в этот момент умирает от палки, он возрождается там через 30 секунд или там 40, у него Рипер не в КД, ребят. Поняли? И купол также. Если купол ставится и в этот момент от палки воет умирает, когда ставит купол, и в итоге он возрождается, у него купол не в КД, ребят. Также Магнус, также Шейкер, также кто еще? Много-много героев, ребят. Кто от палки умирает? Особенно купол. Бля, я не помню. Но стрелу вы сами знаете, да? Вот самый кайф это стрела, ребят. Это просто стрела, блядь. Опа. Оп. Допустим, Бара бежит за тобой. Ты хуяк, блядь. Опа. Ну, это редко получается. Я просто давно не играл. Также и фиссуру можно задницу дать. Смотрите, ребят. Он даст задницу фиссуру. Допустим, он
смотрит туда, да? Он обычно куда дает первый скилл, туда и смотрит, да? А может дать задницу. Вот так вот. Опа. Видите так? Оп. Задница. Обычно, когда он хочет дать первый скилл, он смотрит туда. Допустим, Бара бежит, ребят. Сзади вас Бара. Пока вы развернетесь, пока чё. Раз. Назад. Ой, точнее. Раз. Назад. Нет, подожди. Вот так вот. Блядь. Во. Задницей фиссуру даю. Не стоит разворачиваться, пока он развернется, пока руку поднимет. С места. Хуяк. Так, еще что? Что любит делать Хабиб, ребята? Хабиб берет Тускара. Тускара. И все знаете, да? Допустим, армлет купит. Бля, у кого этот армлет? У него, да? Допустим, делает телепорт. Хотя нет, не телепорт. Он вот сюда вот встанет. Ой, блядь, куда я? Блядь, подожди. Вот так вот встанет. Все. И лежит. А кто пизже спит? Огр или Тускар? Сейчас посмотрим. Кто покрасивее спит? Ну-ка. Почему? Почему я на Тускаре не могу слыть написать? Блять, лечь не могу. Сука, идея. Так, ладно. Джаггера вы все знаете, да? Что делает Джаггер? Допустим, 16 левел. Вперед. Первый скилл. Телепорт. Джаггер. Допустим, на медиа винга. Левел отпишу. Короче, он делает ульту и время, и в этот момент ТП. Короче, еще можно сделать после телепорта нажать первый скилл, смело можете. Допустим, смотрите. Допустим, нажали ТП, можете смело нажимать первый скилл, потому что он не сбивает телепорт, ребят. Смотрите. Делаете ТП, допустим, герой вас загангал, и вы делаете резко телепорт. Если он подходит, и раз, первый скилл вырубаете, когда он станет. Можете при ульте дать. Кстати, смотрите. Он продолжает крутиться. Допустим, ТП. Первый скилл. Он дамажит. Видите, крипов дамажит. У него первый скилл работает, ребят. Смотрите. Анимация исчезает. Вот под конец. Оп. Смотрите. Он тут появляется и крутится. Анимации нету, но этот работает. Допустим, вот так вот сделаем сейчас. Под конец первый скилл врубим. О!
Все, он крутится, видите, дамажит крипов. Вот еще первый ульту и телепорт. Ну это вы знаете, ребят, да? Так, еще какие фишки есть, ребят? Бля, я не помню. Много фишек знал. Ну, баг Рошана с морфлингом вы знаете, ребят. Кстати. Ланая, ребята. 25. А, нет. Бля, у кого дагер? Смотрите. Чё? Я Рошану не могу дать. А, это же ВТФ, да? Это ВТФ, может, поэтому. Я не могу дать, представляете? Это рефреш. Ой, точнее, ВТФ, может, поэтому. Так. Бля, я не помню. Все, наверное. Рубика, покажи, как в дырку кидать. Рубика? Где он? Я не знаю, мне нужен соперник, понимаешь? Я не знаю, брат. Как эту вингу загнать? Сейчас рефреш скопирую. Идем, брат. Идем, идем, идем. Эй, куда ты? Эй! Сюда, блядь! Алло! Ну, как-то вот сюда вот. Можешь его вот сюда закинуть. Вот сюда вот можешь. Можешь в эту сторону закинуть.
Вот сюда вот. Все, он там застрял. На первой минуте. Сейчас, ребят, секунду. Ну, в общем, смотри, брат. В общем, ты сюда можешь его закинуть. Можешь вообще... Блять, где он? Блять, я его не вижу. Он здесь застрял. Ассаламу алейкум. Ну все. Марфа с Рошаном, покажи, пожалуйста. Хорошо, брат, сейчас. Сейчас я еще одного вингу покажу вам там. Бля, чего они наносят так? Один застрял. Второй тоже. Двое застряли. Можно и второго на него подкинуть. Вот так вот. Два героя. Просто стоишь, пиздишь на первом левеле, брат. Так, Марфа показать. Так, морф. Если у тебя есть в игре курица, ты покупаешь курицу. Где курица? Блять, у кого курица? А, вот она. Ты берешь ее с собой. Так, допустим, у тебя 7-й левел. Максиш 3-й, 1-й. Вот. И погнал. Блять, даггер есть? Вот дагер. Даешь курице вижен. Так. Ой, блядь, что за винга? В общем, даешь курице вижен. Встаешь вот сюда, брат. Вот сюда вот. Так. Максимально на ловкость. Даешь вижен курицей. И прям в живот. Прям в живот прыгаешь. Оп. И все. Пинаешь его. Ну и там у тебя будут артефакты, брат. Там у тебя будет Акуила, ПТшка, Яша там. Ну или Артериал, я не знаю. Какие-то сильные артефакты, чтобы быстрее убивать. А так ты за 7 минут убьешь его. Ну, или за больше. Вижу, он не чувствует вообще. Если сейчас куплю что-то. Блять, он с места дернулся, да? Сейчас я убью его резко. О, блять, у меня что-то это. Ебать, он наносит. Минус Рошан. Смотри. Так, вот сюда вот становишься курицей. И прям в живот. Прям в живот целишься. Вот так вот. Оп! Блять, не получилось. Не получилось, ребят. Прицелиться в живот.
живот. Опа. Все. Ну, если не получится, ты потом отойдешь и... Сам. Минус. Минус Рошан. Смотри. Прям в живот. Опа. Ну, короче, понял, да? Так, ладно. На ком еще можно? Показать, какие баги еще, ребят, вы помните с топ-тбшек? Какие баги были? Бля, был бы соперник, много чего можно было бы проверить, но нету. Айкап не работает, ребят. Том, да ведь ты удар дороже у роли мисма. Йо. Ozi, tekşiremiz. Болды, 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 түшіндім. Түшіндім. Мұны өлдірейін. Болды, түшіндім басына. Понял. Спасибо. А вот с ультом Батрайдера пшнуть героя реально? С одной тычки. Я еще Разора помню. Разор, смотрите. Сейчас. Сейчас я отвечу на донат. Секунду. Я кое-что прочекаю. Блять, у кого дагер? Сейчас, секунду. Хорошо. Бля, на Рошана же работаю. Левел ап 25. Ебать, сколько ультов там у меня сейчас. Погнали. А чё, не будешь бить? А, не бьет, оказывается.
Могу тауэр снести. Оп! 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 А колодец смогу? Ебать, подожди, подожди. Подожди, лагает. Ебать, уйдите, уйдите, дайте мне колодец. А чё он тебе? А, не дамажит колодец, оказывается. Пиздец, зрелище его было, да? Ебать, теперь крипы сейчас закончат. Так, батрайдером что там? Так. Понял, спасибо. А вот с ультом батрайдера ТП-шнуть героя реально? Нет. Нет, нет, никак. Никак. Я знаю, что проверял, брат. Я проверял Легион. Легион. Бля, почему так столько много героев, а? Я, короче, проверял Легиона. Смотри. Travel. Dagger. Да. И берем кунку. Так. Думи прописываем. Level up 7. Качаем дуэльку. Этому X. Так. Даем X. Его дуэлим. Иксом возвращаем. А чё он не бежит? А, дуэлька заканчивается. Это надо мне через аганим попробовать. Сейчас попробуем, ребят. Сейчас попробуем. Давайте через это. Это вообще имба. Потому что дуэль с аганимом там вообще не заканчивается. Ну, точнее, ульта бесконечная, ребят. Сейчас мы попробуем это. Тоже имба, ребят. Тоже имба. Так. Тест. ВТФ. О, блядь, зря я ВТФ написал. No hero limit. Короче, смотрите. Берем Легиона. Легиона. Берем кунку. Берем шейкера. Окей. Покупаем Travel Up. Level Up. Давайте 16. Да? На 3 раза. Надо купить аганим. А, 85-й же покупается аганим. Не 83-й. Бро, салам алейкум. Как ты знаю игрока Манасенкс, как он играет, откуда будет он, если с Казахстана, кто топ-1 Казахстана Скай брать? Сейчас, секунду, брат. Сейчас. Сейчас. Так. О, ебать, прошелся. Он бежит ему по барабану вообще. Он прошел фиссуру. И этот бежит навстречу. Так, нет, надо 85-ю протестить, да? Так, это, оказывается, не получается, да? Закрыть. Сейчас отвечу на донат, братух. Сейчас. ДК я проверял, ребят. Монта, это такой предмет, знаете, хуйня полная. Для АДК. 16. Допустим, ульту юзаешь, манту юзаешь, ульты нету. Опа. Ульту юзаешь, манту, ульты нету. Оп. 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 Смешно, да? Так, еще. Еще.
Лассо не пробивает. Ну, точнее, допустим, смотри. Даже если... Так, сейчас дам я ему это. Допустим. Берем ему 6 левел. Блядь, не получилось, подожди. Подожди, не получилось. Подожди, сука, не успеваю, блядь. Не успеваю. Вот, цепанул. Возвращаю. Нет, не получается, видишь? Не получается. Это нереально, это нереально. Так бы все делали. Это слишком нереально. Помню Ланайки с третий скилл с догоном. Refresh. Допустим, думаю, сейчас пропишем. А, работает, по-моему. Ой, блядь, я сдох. Сейчас догон за Максим. О. Нет? А, ударить надо. Нет. Работает? А, да, а нет. Нет, нет, не работает. Не работает, оказывается. Раньше работало. Через третий скилл, короче, пробиваешь. Бля, у меня зарядка села. Так. Ну что, все, ребят? Да, еще много моментов я. А, кстати, ребята, кстати, еще одна тема, ребят. Так, все смотрят меня сейчас. Я на зарядку поставлю. Один момент, ребят, самый пиздатый баг. Ребята, пригодится вам этот баг. Он хороший. Короче, level up пишем. 25-й, да? Это как пуджа первый скилл, ребят. Работает. Как пуджа первый скилл. Смотрите. Внимательно смотрите, что я буду делать сейчас. Внимательно смотрите, ребят. Короче, я беру вард на вид поставить, чтобы огонимчик. Ну, огонимчик не так уж нужен.
поставлю в арчес. Короче, смотрите, ребят. В общем, пишем думе. Вот. Смотрите, герои здесь. Вы можете ультануть вот сюда вот и сделать блинк. И попадет. Видите? Смотрите, смотрите. Опа. Всех убили. Видали? Ну, короче, смотрите. Это как пуджа первый скилл. Допустим, герои стоят. Там каленые вообще пиздец. Чтобы не блинковаться и не ультовать вот так вот, вы можете просто сдалека дать ульту. Смотрите. Дать ульту. И блинкануться. Видите? Сейчас я еще раз попробую. Блять, уйдите, пожалуйста. Блять, ладно, убью их. Смотрите, там стоят герои, да? Вот они. Вы отсюда заряжаете ульту и блинкуетесь. Опа! Еще раз, смотрите. Ульту, блинк. Опа! Вот. Вот отсюда даже можно. Оп! Умер. Вот это баг. Вот это вот... Я от этого кайфую. Я иногда так в топ-ТБшке убиваю. Они думают, как? Как? Вроде ульты не видно, но дамажит. Смотрите. Опа. Минус 5 сейчас будет. Блин. Оп. Последнего тоже забрать. Оп. Видали? Это чисто такой красивый баг, ребят. Можете использовать его когда угодно. Вообще четкий баг, отвечаю. Эзолор плюс пуч. А без даггера? Без даггера тоже можно? Без даггера тоже можно, смотри. Даггер мне тут ни при чем, я просто, чтобы быстро побежать. Вот у тебя есть агоним просто и все. Давай вот, смотри. На миде 5 героев. Просто даешь ульту и блинкуешься. О, видишь? Наносит как. Смотри. Смотри, издалека даешь. Вот так вот. Оп. Умерли все. Ну ты понял, да? Просто агонимчик. Ну а и агоним тоже не нужен. Оп. Криво дал, да? Вот сюда дам. Блять, не получилось. Оп. Оп. Ну, короче, ребят, такая тема. Быстро летать на Фениксе. На Фениксе, говоришь? Окей, покажу. Покажу сейчас. Давай последнюю на Фениксе покажу и все. На этом хватит. ТФ, АП, тест. Так, где наш Феникс? Сила, герой, да? Да.
Смотри. Смотри. Level up 25. Вот у тебя луч. Первый скилл. Все по стандарту. Берешь. Птички юзаешь. Птички. Третий скилл даешь. Ходишь. Нажимаешь Е. И вот сюда птичек закинешь, он бежит. Смотри. Видишь? О, побежал. Видал? Смотри. Птички. Третий скилл. Е. И вот сюда вот закинешь птичку. И он побежал. Видал? Побежал. Вот сюда птичек закинешь, все. Погнал, ебать, 522. Давайте проверим сейчас. МС. Ебать, он быстрый, да? Ну, надеюсь, вы поняли, ребят. А вот с Питлордом на последней минуте пшки можно забрать героя с ультом Батрайдера или с двух скиллом Шторма, ну или с ультом Лорда? Нет, 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 нет. Нет. Даже когда Трал возвращает Батрайдера, он не увозит с собой. Топча патронов. Не увозит. Спасибо, дядь, тебе огромное за такую поддержку. Спасибо. Он не увозит. РЗР, бро, салам алейкум. Как ты знаешь игрока Мона Сонгс? Али, что ли? Как он играет? Откуда будет он? Если из Казахстана, кто топ-1 Казахстана? Скажи, брат. Топ-1 Казахстана. Из казахов я мало ли кого знаю. Вот Мону только. Он казах, да? Остальных не знаю, кто заебошит. Виталик был. Мазепа. Он тоже хорошо ебошил. Но и пропал что-то. Не знаю. Раха был. Кис. Кис был, мэйр, я помню его. Вот. Кука ворвался, но он слабенький немного. Газека Бонистар, Газиз его звали. Он тоже играл раньше. Да, кто еще играл? Этот играл. Монгол 500 кг. Монгол 500 кг. Он играл. Кто еще? Алмаз, Алмаз, Миракл. С Казахстана играл. Это раньше. Кто еще из топеров играли? С Шимкента очень. Данте играл, Данте топ-1. Тоже пропал. Кто еще-то? Бля, много казахов играли раньше. Сейчас вообще ни одного не видно. Один только Моно вот этот потеет, Моно Сонгс. С Питлордом тоже не увести никак, топча, никак не увести. Ульта Батрайдера связана в том, что он ловит и сам притягивает. Больше никаким способом ты не затянешь героя. Это уже имба для Батрайдера. Он максимум может форс собрать и притянуть его к команде. А так через крест, через все это нет, не получается. И вторым скиллом Шторма тоже. Он на месте будет где-то двигаться 3 секунды или 2 секунды, да? Шторм просто исчезнет, а он будет с места двигаться 2 секунды. Он никак не долетит до базы, потому что там 2-3 секунды шторм станет, когда вортексом тянет к себе. Понимаешь? Он на месте будет двигаться 2 секунды, и все. Шторм исчезнет, уйдет. Никак. Никак, брат. Спасибо, зять, спасибо за поддержку. Так, там чат очень... Очень... Чатится.
А за что с тобой? Покажи свой хот-кейс, Сталин. Это который меня уломали, хейтил. Я тебя запомнил, братан. Ладно, банить не буду. Я уже заебался сегодня. Всех перебанил. У него на канале, у себя на канале. То, что отморали. В общем, на, смотри. Мой конфиг. Вот это мой конфиг, брат. Все шесть рабочих пальцев. Что там насчет сезона, ребят? Айкап не работает уже, наверное. Все. Ведутся технические работы. Сайт скоро заработает. Больше информации в группе vk.com. Давайте зайдем. Давно не заходил, кстати. Ебать, 200 сообщений. Бля, мало захожу. Привет, привет. Кстати, ребят, я в этом месяце буду разыгрывать, точнее, буду выдавать капсы тем, кто меня поддерживал, ребят. Кто мне писал в Инстаграме, кто в Телеграме меня поддерживал, всем по 200 капсов я в этом месяце отдам. Кто вот до конца, кто меня разбудил сегодня, когда Амаль потел. Ну, я ему дал шанс, я без него опотел, и он без меня, так что все наравне, ребят. Он без меня даже сотиком играл там. Все окей, я без него играл, я апнул. Ну, под утро, ребят, там хуёвый состав был, да. Ну, блядь, плюсую, пацаны, не обессудь. Там все слабые против меня играли. Апнулся. Вот. Ну, Амаль тоже красавчик, признал все-таки. Что старался и так далее. Леорик, умирающий одновременно с падением трона. Он возрождается и пиздит всех. Бывало такое, ребят, когда Леор умирает. В это время игра заканчивается, ребят. Он выходит, возрождается, короче, и ебашит всех. Игра закончена, он ебашит. Бывало такое, брат. Я надеюсь, ты насчет этого? Все. Так, столько сообщений, ребят. А за кроме Доты, во что играешь? Ответь, не хочешь ли вернуться в кастомки? Почему вообще ушел из них? Я играл кастомки, когда не апал. Понимаешь? Я играл. Я развлекался, я играл, я тушил. Не инвокер, турнир забирал. Инвокер Варс. Я играл кастомки. Но потом подзаебало. Лучше в Доту поиграю. Стрик мой продолжается. Пятый сезон подряд. Может, для кого-то я хуёвый, для кого-то хороший парень. Характер такой, что скажете. Го на 80
пятой карте огоним легион на дуэльку. Да не знаю, не получится, не получится. Я пробовал, брат. Я пробовал. Я точно помню, на 85-й карте я пробовал. Надо попробовать, знаете что? Вот айсикап, когда заработает, ребят, надо попробовать тини, шейкер и селедка. Пиздец, имба, ребят. Короче, селедка нападает с даггера. В этот момент тиник бросает на селедку шейкера. И селедка в последний момент блинкуется, и шейкер там оказывается. Что насчет топ-1, ребят? Я слишком много играл, я скинул, оказывается, 10 килограммов, ребят. Знаете, я 10 килограммов скинул. Мама ругалась. Плюс мне хуёво было. Я сидел, ебошил. Чисто, чтобы стрик не сбить. Пацаны. Ладно, похуй, об этом не будем, давайте. А то настроение опять исчезает. Целый день хейтили меня, потом я выключил стрим. Думал, дай пойду отдохну, стрим Амаля посмотрю. Так далее. Оказывается, очень у меня много хейтеров, ребят. Сам виноват, хуй. Ибо нехуй посылать их, да? Ребята, я погнал, короче. Всем спокойной ночи. Я не знаю, айскап где-то в 6 часов утра заработает, это точно. Потому что я не знаю. Айскап.ком, так. Заходите и здесь читаете информацию. Вчера. Доброго времени. Доброго дня всем участникам нашего Dota сообщества. Пришла пора нового конкурса от нашей группы. Мы ранее проводили опрос, поняли, что вам, дорогие друзья, нравятся творческие конкурсы. Следовательно, начнем. Тема нашего конкурса — мем. Сейчас расскажем подробнее. Короче, ребят, вы можете пока тут в конкурсе поучаствовать. Уважаемые друзья, всем доброй ночи. На текущий момент с 00 Moscow Time 02.03.2021 года началось обновление статистики. Подготовка к началу нового 46-го сезона. Средняя продолжительность обновления составляет 24 часа. Что? Следовательно, в течение этого времени сервера сервера заработают. Вы продолжите играть. Всем доброй ночи. Нихуя себе. Ребята, все. Отменяется дота, короче. 24 часа, идем гулять. Всем пока. Я погнал гулять. 3 часа ночи, а я только проснулся. Чики-бабонь. Давайте, ребят, всех обнял. Все-таки от души уважаю тех, кто поддерживал меня. Те, кто сжал кулачки до конца. Кто спорил, кто вот знал, что я все равно заберу топ-1. Всем огромный респект, ребят, от души. Много кого сегодня обидел. Ух. Много слишком. Укам тени, факат союзники тепады. Са намитан яна герой осану, кинчи герой сана союзники кармида, поэтому тер тепмида. Как то тени озены тепомай янды. А, болды. Укам асызы чундым. Да, шунақа болотты. Да. Короче, он говорит, типа, да, чундыман сізі. Уммати Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Рахмат коттаком, брат. За мнение.
он говорит, что типа ты же сам пикаешь героя, да, селедку там это. Типа он говорит, Тини же не может сам себя кинуть, это же твои герои, типа, ну, типа никак не кинешь. А если будет другой игрок какой-то играть, ты его можешь подкинуть. Да, я завтра МХ, бля, ой, курсатый. Короче, ладно. Болло вас зачунде. Ладно, ребятки, я погнал. Всем удачного отдыха. Завтра встретимся с вами. Завтра начинаем играть с подписчиками, ребят. Аземхан на маузе. Карта учу. Полностью открытая карта. Болло, я влачан с Болло. Всех обнял. Берегите себя. Спасибо еще раз, ребят. Огромное СПС. Всех уважаю, всех обнял. Давайте.